Видном прошла 4-я ежегодная межрегиональная научно-практическая конференция. В этот раз она получила название «Качество жизни как приоритетное направление при лечении онкологических пациентов». Встреча была организована специалистами Видновской клинической больницы при поддержке ряда международных фармацевтических компаний. Более 50 человек получили возможность встретиться на научной площадке Московской области. 13 докторов и кандидатов медицинских наук рассказали о собственных наработках в лечении онкологических болезней. Сейчас с 19 по 24 год, в принципе, идет такая большая программа на федеральном уровне. Это борьба с онкологическими заболеваниями. Онкослужбе выделяются определенные средства финансирования, которые позволяют медорганизациям и закупить оборудование, лекарственные препараты, расширить наши диагностические возможности и улучшить качество оказания медицинской помощи. Не случайно научно-практическая конференция уже в четвертый раз проходит именно в Видном. Помимо географического удобства, здесь ведут лечебную практику несколько известных онкологов. Кандидат медицинских наук Мурадин Тхакохов, доктор медицинских наук Даниил Ротин, врачи-онкологи Аслан Загаштоков и Игнат Борисов. Видное – это областная больница, в которой существует онкослужба, которая активно работает. На этой конференции доктора не только из Видновской больницы, здесь доктора из Московской области, которые представляют различные медицинские организации в качестве докладчиков, и федеральные спикеры, и доктора также из других медицинских организаций Московской области. В принципе, это обмен опытом. По данным пресс-службы Видновской клинической больницы, в Ленинском городском округе на сегодняшний день зарегистрировано 3,5 тысячи онкобольных.